Всем привет! Решил запустить кроссаут. Товарищи-разработчики предоставили мне промо-аккаунт, такой вот, который содержит в себе куча всяких разных разблокированных деталей, ну, до фиолетового, то есть вот эти вот у меня штуковины не разблокированы, все остальное, как я понимаю, разблокировано. То есть, соответственно, можно побольше, получше ознакомиться с этой игрой, посмотреть, что тут да как. Какой-то трактор вот тут скачал с выставки. Приколы чисто. Ну да, у меня кабины, кстати, для него нету, поэтому я его никак не могу запустить. Вот она-то как раз у меня и не разблокирована. Также из новых запчастей решил сделать свой крафт, но он такой беспонтовый. Вот цветут это. Думаю, догадались, откуда это. Что-то наподобие грузовичка из Twisted Metal пытался сделать, но на самом деле тоже беспонтовый, потому что вот 6800, а вооружение, ну, так себе. Броня, правда, зашибись, зачетная. Там сзади какие-то генераторы. Медленный, ну, да, чисто вот внешне старался его сделать, как-то на самом деле все равно было на его боевые характеристики. Такая вот коробка мощная. Даже прицел есть. Можем, в принципе, посмотреть, что он себе представляет в бою, но у меня всегда вот эту штуковину сверху моментально просто снимают. Буквально пару выстрелов надо, чтобы ее снять с нашей крыши. Бэм. Так, ладно. Вот такая вот штуковина. Протестим ее. Ну что ж. Давайте посмотрим, на что эта штуковина способна. Так, что у нас у наших союзников, тиммейтов. Ну, визуально тоже какие-то корыта. Тут еще что-то непонятное. А нет, у него ну, какие-то пушки спереди. Да, брони у нас много, брони у нас достаточно, но... Даст ли она нам какой-то смысл вообще в этом? Так, вот эти штуки ненавижу, эти дроны вонючие. Так... Хрен попадешь по ним. Так, ну-ка стоять. Так, стоять. Какой-то тепловизор у нас там. Прицел, но его, в принципе, тоже быстро снимут, так как спереди находится. Да, корыто еще то. Боевое корыто. Фургончик мороженщика. Сзади типа дверь такая. Так, где вы, гады? Вон там что-то едет. Там их очень много, поэтому не знаю, стоит ли мне туда ехать. Наверное, стоит. Так, идет захват точки. Они почти захватили точку. Не умею с этой штуки стрелять толком. Так, 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 стоять. Ну давай. Попал, отлично. Так, по мне что-то лупит. Лупит, гад. Ай, гад! Тоже попадаю. А, это дроны у него летающие, я понял. С ракетами. Так, стоять, стоять. Придется по нему лупить. По дрону я с этой штуки хрен попаду. Давай, давай. Попал. На, еще раз. По пулемету. Есть. Не знаю, как я это сделал, но получилось. Так, мы почти покойник. Приближается ракета. Ух ты ж, ёб твою мать. Все. Все плохо. Уходим, уходим, уходим. Все, нас отправили на тот свет. Ну, кого-то я смог все-таки замочить, и это прекрасно. Ну, в общем, вот такой вот фургон. Мороженщик у нас получился. Да, броня, конечно, хорошая, но чего-то ему не хватает. Что-то все-таки не так с ним. Что ж, пойдем дальше. Я тут недавно скачал с этой, с выставки, значит, достаточно интересные крафты, вот особенно вот этот вот. Я думаю, не нужно объяснять, что это такое, откуда это, но вещь достаточно забавная. Но тоже беспонтовая, потому что раз выстрел сюда, два выстрел сюда, и вся эта конструкция оказывается на земле. Ну, чисто пофанится, штуковина интересная. Поэтому давайте продемонстрируем, что это такое. Боевая черепаха готова к бою. Так, погнали, дамы и господа.
Вот такое вот сооружение дикое. Да. Такого, конечно, тут нету. Сейчас меня, наверное, будут все рассматривать. Че это за лажа такая тут едет с ними? Так, единственное, что если она перевернется обратно, мне уже никак не перевернуться, придется ждать кучу времени. Так, 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 да, вон видно, пушку на меня поставили, смотрят, что за хрень такая едет. Вот кому-то делать нефиг, реально в редакторе такую, так скажем, достаточно забавную штуковину собирают. Так, выпускают он таких дронов. Прикольно, прикольно. Так, где у нас враги-то? Так, сейчас, 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 вон они, вон они. Нет, это наши. А, это их база уже, мы их базу захватим. Ну ладно, давайте на их базе пока потусуемся. Постараемся помочь нашим... Да что ты делаешь, придурок? Блин. Идиот. Переворачивай меня обратно давай. Отлично, я застрял на нем. Труп черепахи застрял на капоте. Шикарно, блин. Ну переверни меня, одну кнопку нажать. Господи, какой-то придурок, реально. Да нет, нормально все. Так. Вот опять. Что он вообще смотрит, куда он едет? Не знаю как, но мы проиграли. Да, следующий наш заход. Что-то первый как-то не получился. Перевернулись мы неудачно. Так. Что у нас здесь? Тут у нас тоже надо захватить базу. Ой, я эту карту на самом деле не очень сильно люблю. Слишком много открытой местности. У меня, по сути, с этой штуковиной, наверное, ближний бой будет. Эти дроны особо далеко не стреляют. Не, ну, конечно, зачетная конструкция. Беспонтовая, но зачетная. Креативно. Черепаха на скейте, блин. Так. Вон там уже шквал огня. Не-н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 е. Туда плохо ехать. Он по мне уже отрабатывает. Надо как-то... Как-то это дерьмо надо объехать. Так, поехали. На нашем скейтборде. Так. Хотя нет. Тоже стреляют. Что-то мы не хотим рашить. Ладно, давайте. Была не была. Прямо в пекло. Погнали. Черепаха в атаку. В атаку! В атаку! Раз! Два дрона выпустили. Так, стреляйте, стреляйте, мать вашу! Так! Давай, придурки! Мелкие дроны путаются тут под колесами. Да, что-то вообще какая-то беспонтовая штука налетает и не стреляет никуда. Одну руку отстрелили, пол морды отстрелили. Хлипкая, конечно, конструкция. Давайте попробуем еще раз. Так, сейчас дрон наш там придет в сознание. Вон, какая-то штука едет. Попробуем его опередить. Где-то сзади. Так, я тебя видел. Так, где он? Ладно, пока они там где-то воюют, постараюсь в сторону их базы как-то подкатить. Так, 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 так. Все пока чисто. Мне было прикольно на эту штуку дроны с ракетами поставить. Кстати, да, можно заменить потом будет. Хотя они тоже какие-то бестолковые на самом деле. Вот их база. Пошел процесс захвата. Неужели от меня есть какой-то толк в этой команде? Так, у этого тоже какие-то дроны. Вон там багажники вижу. Количестве двух штук. Так, если... О, пошел процесс! Выпускай, выпускай! Есть! Стреляй по нему! Давай, 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 надо крутиться, чтобы меня... Так, это не мы. Поехали, 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 поехали. Давай, 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 нормально. Нормально. Но это не мы его победили, но мы помогли так неплохо. Так, победа. Слушайте, а неплохо, а неплохо. Так, ладно. Что у нас тут? Надо захватить одну точку. Значит, сейчас битва будет за одну точку. Неплохо. Постараемся помочь. Вот единственное, что она очень медленная. Вот этот вот шагоход. Вон они уже как оторвались от меня. Но вот эти штуки, они, по крайней мере, очень сильно бронированы. Вот эти вот лапы. А вроде... Так, та-та-та-та-та-та-та.
Да, стоять. Упал чуть-чуть. Так. Чуть-чуть попал еще раз. Еще раз попал, отлично. Помогли. Кого-то мы отправили на тот свет. 9 снарядов у нас осталось. Можно, конечно, поставить ящик, увеличить наш боезапас, но я почему-то больше, мне кажется, не проживу, чем количество моих снарядов. Так. Красные пока что у нас захватывают точку. Сзади никого нету. Надо вот как-то периодически стараться туда поглядывать. Могут обойти меня. Так, 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 так. Что-то у меня предчувствие, что нам все-таки удастся затащить этот бой. Не знаю почему, но посмотрим. Так, тяжелая, мать его, артиллерия подходит. Так, стоять, вон там на горе у нас какой-то умник. Петарда пошла. Не пошла, не дошла. Так, вот так попробуем. Оп. Попал, во, понял, и он. Так, 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 еще раз. Дважды попал. Задний ход. Трижды попал. 4 раза попал. Давай еще раз. 5 попаданий. А куда он делся, непонятно. Так, дроны, 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 нет. Дронов сняли. Вот еще какая-то лажа с пропеллером. Так, стоять. А у меня кончились снаряды. Он меня там пилит какой-то хренью, походу, да? Да. И все-таки фургон мороженщика мне нравится больше. Да. Так. Несмотря на то, что очков мощи у него раза в 2 больше, чем у того БТРа, но броня у него посерьезнее. Так, ладно. Давайте найдем наших противников. Постараемся им помешать. Вот визуально, вот смотрю я на своих сейчас тиммейтов, но визуально они не такие уж серьезные, чисто визуально. Но не внушает большой мощи. Не знаю, что там у них такого на 6, на 7 тысяч очков мощи. Непонятно. Но вот это да, вот это нормальная тема. Так, опять это хреной налетает. О, не-не-не, это эти дроны, суицидники. Так-так-так-так-так, стреляю. Вообще имба какая-то. Ты вообще ехать можешь еще? Че ты ему совсем? Look from my back, я что ли? Меня там нубом обзываются. Да пошел ты нахрен. Не, ну я, конечно, этого не отрицаю. Бэм. Все, приехали. Вот так себе. Все. Печально. Пожалуй, лучше боевой черепахи тут нет ничего. Да. Все эти пауки, все эти грузовики с мороженым, вот это реально классная тема. Несмотря на то, что она практически беспонтовая, бесполезная, она реально классная. Не знаю, кто это сделал, но чувак-то реально гений. Да, и оружие тут реально в тему. Больше тут на нее ничего не поставишь. Так, на тебе. Получай. Сейчас мы тебя будем уничтожать. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, что-то отстрелили мне. Что-то отстрелили, суки. Нет. Все, нет у нас больше черепахи. Сосранцы. Блин. Недолго черепаха прожила. Попытаюсь на этот раз противостоять противнику с дистанции. Что-то у меня... В основном на этом фургоне происходил ближний бой, а тут надо наоборот как-то прятаться и стараться с дистанции бомбить сейчас. Я только не знаю, где тут занять позицию. Я ж карты-то не так хорошо знаю, как вы. Да пошел ты. Че он стреляет по мне? Че ему сделал? Так. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Где же тут можно засесть-то? Потому что ближний бой для этой штуковины это совсем не то. Несмотря на то, что у меня есть все-таки какое-то оружие ближнего боя, пулеметы. Броня достаточно крепкая, но это все равно не то.
ради чего эта штука проектировалась изначально. Так, ну вот так уже можно попытаться что-то делать. Вопрос только, где вы тут у нас прячетесь? Так, 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 вот они. Вот это другое дело. Так. Куда они делись? Куда они спрятались? Так, блин. О, о, о. Не попал. Давай! Давай! А! Понял, угол обзора не позволяет нам чуть выше брать. Вот так вот. Так, ну ладно, попробуем. Так. Поиграем снайпером. Так, хороший, хороший прицел вообще. Очень нравится, сильно показывает, где противник. Так, какие-то дроны. Ну, дронов мы таким образом никак не уничтожим. Помешать можем, но не уничтожим. Так, кто там по мне палит? Там сзади кто-то обходит. Так, ну давай, давай. Попал, шикарно. Базу нашу захватывает. Блин, ну... Хорошо ж стоял-то, а. Ладно, пока попробуем остаться здесь. Там вроде бы контролируют. Отбили что-то. Какая-то одиночка заехала, судя по всему. Так, так, так. Ну, давай, покажись, покажись. По колесам. Оп, промазал. Так, пошел ближний бой. Не попал. Так, еще сзади какой-то. Давай, давай, давай. Промазал, да ёб твою мать. Ну, что-то как-то да. Промахиваюсь. Опа. Дроны, дроны, дроны. Эту штуку уничтожить, тогда не будет никаких дронов. Ну, как-то так. Чё это там за самолет? Вот они меня теперь больше всего бесят. Вот эти вот штуки с реактивными подушками или что это такое. Еще хуже дронов. Вообще хрен попадешь в них. Очень быстрые, то они вверх-вниз куда-то летают. Да, тут какие-то пулеметы нужны, миниганы, чтобы их... Так, ладно. Где вы там? Нужно найти позицию удачную. Из нашего прицела отрабатывать противника. Ту-ту-ту-ту-ту. Сейчас наверняка ближний бой нас начнут. Да, вон какие-то застранцы уже. Отбили, отбили. Отлично. Так. Давай, 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 давай. Поближе, поближе. На, блин. Попал. Так. Пошел процесс. На, еще раз. Отлично. Ой, ёб твою мать. Это кто сейчас сделал? Кто по мне так заехал? Так. Ага, понял, 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 понял. Вот этот, ребят. Так. Чуть выше. Блин, еще выше. На, блин. Да что ж я не мог попасть-то? На, еще раз. Попал, отлично. И еще. На. Напоследок чуть-чуть. Ах, не попал. Так, ладно, кто у нас там? Опять он высунулся. Так, ну давай, 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 давай. Что там происходит, вообще непонятно. Да. Ну дальше мне ехать смысла, наверное, нету. Все, по сути, мы их захватили. Чуть-чуть помог, так скажем, нашим союзникам. Совсем буквально чуть-чуть. Да, все, это победа, дамы и господа. Ладно, поедем тогда туда уж. Что поделать? Бам. Осталось найти последнего. Все, победили. Так, на самом деле я бы вот эту конструкцию по приколу бы покрасил во что-нибудь поинтереснее. Допустим, хром, золото. Давайте в золото. Сделаем чисто золотую такую хреновину. Все детали просто в золото хочу. Так.
Пила, к сожалению, не красится. Что-то вообще многие детали, смотрю, не получается покрасить верхние. Так. Такая вообще хрень. Золотая. Ну, вроде бы, большая часть деталей у нас покрыта таким цветом. Наверное, я буду целью номер один теперь. Самая привлекательная штуковина на карте. Так. Вот еще. Ну, вроде бы все. Хотя они все равно дают каким-то зеленым оттенком. Что достаточно забавно. Погнали, испытаем эту хреновину в бою. Ну что ж. Ух ты, какая раскраска, смотрите, у него, блин, какие-то звездочки. Такое не видел никогда. А это что такое? Ну, один я тут из золота. Так что, брысь с дороги. Так, ладно, у меня есть дроны. Дроны. Значит, у меня... придется вести бой из засады. Выпускать дронов и где-то стоять в засаде. Прятаться. Так, еще спереди пила. То есть ближний бой у меня какой-то все-таки есть, но достаточно скромный. Не, ну такая лажа вообще на самом деле. Посмотрим, насколько она эффективна. Пулемет какой-то простенький. Так, я вас вижу. Я вас там вижу. Тут уже ведет там... Ой-ой-ой, дроны. Так, но на дронах у нас есть один аргумент, это другие дроны. Так, они где-то здесь. Давайте выпускаем две штуки. Пошли. Так, прячемся. Мне уже по морде дали. Это не мои. Кто-то тоже выпускает дронов. Так, но моих дронов уже уничтожили. Печально. Так, сейчас новые появятся. Попробуем поближе подъехать и еще одну партию доставить. Слушайте, у нас одни дроны. У этого дроны, там у кого-то дроны я видел. Прикольно. Команда полностью из дронов она сегодня состоит. Так, вот он еще. Поехали. Помогаем. Рискну. Высунусь. Посмотрю, что тут происходит. Давай. Помогайте. Вон кого-то мы уже разбираем. Так, раз, два, три. Давайте, дроны, мочите. Попробуем помочь вам. Процесс пошел. Так, процесс ушел. Назад. Пока дронов нет, нет смысла. Сейчас мы ящики оторвут, и будет вообще печально. Нет. У него какая-то там серьезная штуковина. Так. Раз. Два. Давай. Ой-ой-ой-ой, их тут очень много. Ну ладно, была не была. Попробуем пушки ему оторвать с нашего пулеметика. Давай, суки. Один дрон остался, и все. Ну, достаточно неплохо все-таки, согласитесь. Ну что ж, дамы и господа, ладно, думаю, на сегодня хватит. Такая вот небольшая у нас демонстрация разных интересных сооружений крафтов с помощью промо-аккаунта. Вот. Достаточно интересно, но нет, ну так скажем, интересно посмотреть, по выставке полазить с помощью промо-аккаунта, потому что много, так скажем, деталей уже открыто, а так-то я иногда все-таки поигрываю с своего основного аккаунта. Вот, это чисто такой фановый у нас аккаунт. Так, ну что ж, кто так, у него тут деталь неправильно поставлена, смотрите. Неправильно поставил. Либо он так и задумал. Ну да, скорее всего, неправильно какая-то у него, непонятно такая постройка на скорую руку, так скажем. Что ж, ладно, увидимся с вами в следующий раз. Кому интересно, ссылка этой игры в описании. Напоминаю, что она бесплатная. Что ж, ладно, всем пока. До скорой встречи.